Всем привет и доброе утро. Сегодня у нас опять 54-й стрим. Да, почему опять? Потому что у меня, к сожалению, по техническим причинам предыдущий вот не записался. И ну, довольно печально, но как бы не хочется пропускать, чтобы был какой-то пробел. Поэтому решил перезаписать, благо та же самая игра, и в тот раз я, собственно, ее не прошел, Тоху 5. И поэтому будем, так скажем, делать перезапись. Вот. Привет, Тор. Привет всем, кто там смотрит. Так, где у нас окошко? Так, что у нас там? Нормал и 6 жизней. Ну, поехали, прям так и начнем. Фу, надеюсь, сегодня получится. Будем... А, мне советовали за Юку играть. Ну, давайте попробуем за Юку. Или как? Юку же, да, вроде зовут? Я чуть не помню. Поехали, первый уровень. Посмотрим, что у меня за оружие. Вроде бы эти легко убиваются. А вон там уже что-то разлетается в стороны. Невидимые какие-то пульки. Надеюсь, мне не помешает пройти игру то, что я сонный. С лазером? Не знаю, наверное, вряд ли. Не, не с лазером. Так, не забываем, что у нас есть микрокнопка. Оружие довольно сильное вроде бы. Но не самонаводящееся. Ой, чуть-чуть я немножко, пока реакция у меня еще спит, вероятно. Могут быть с этим проблемы. Первый уровень, как обычно, надо без потерь. В смысле, как обычно надо, но не как обычно получается. Кстати, в данный момент я на Кибергейме также читаю чат. Ну, вряд ли, наверное, там кто-то будет писать, но, однако, если вы смотрите именно на Кибергейме, то сейчас у меня он открыт. Но единственное, могу сказать, не факт, что я буду всегда его читать, но вот на данном стриме буду. Потому что он немножко глюченный, и поэтому как получится. Нет, Тор, сидел там до часу ночи практически, так и не смог портировать. Что-то там проблемы есть, в общем, определенные. Опять же, я бы тебе объяснил, но, наверное, ты не особо поймешь, а уж зрители тем более. Не, ну хотя я вообще-то не исключаю, что среди зрителей программисты есть, но, наверное, не большинство. Так, что у нее там по жизни? Ну, уже, в принципе, меньше половины осталось. Но мне кажется, оружие довольно сильное.
Да, она сдохла уже на этих вот двойных лазерах, а раньше она дольше у меня, у Рейма она дольше держалась. Так что нет, Тор, чатик пока что, как обычно, захвачен с браузера. Так, первый уровень без потерь пройден, теперь смотрим, что будет на втором. Надо второй хотя бы до босса без потерь, но вообще, конечно, в идеале надо и босса тоже без потерь. Но пока что у меня это не получалось ни разу. Вроде бы, да? Да, вроде не получалось. Ой, что-то меня, по-моему, зажали. А, ну, пока норм. Так, что это делается? Я уже, если честно, некоторые вещи подзабыл, что тут зачем идет. Ух ты ж, повезло. Чаще юзать бомбу на боссе или здесь? Здесь-то зачем? Бомбы они не бесплатные. А, ну на боссе, ну можно, да. Конечно, всегда лучше выюзать бомбу, чем потратить жизнь. Но как бы не всегда очевидно, когда. То есть бывает, что я теряю жизнь на таком, что, на чем я думал, что не потеряю. Ну на. Ну на еще. И еще можно, чтобы не рисковать. Но это норм. Должно быть. А, да ладно. Ну вот я еще сплю, видимо. Да что такое-то? Ой, лол. Ну да, две потери, это перебор. Все, бомб нету больше. Ну и она сдохла. Ладно, главное это цель пройти третий уровень, не взяв континуум. У меня три жизни есть для этого. Потому что на последнем боссе проблемки, конечно. Так, ну этих чайничков мы обходим. Так, что-то зажимают. Ладно, придется. А, у меня бомбы не было. Я что-то понадеялся на бомбу и перестал уворачиваться. Да, ну, возможно, это неудачный заезд, заплыв. Ну ничего. Может быть, так тренировочный получается. Хотя еще посмотрим, конечно.
Много-много всего. Да, все-таки попался, вот ведь. А, ну давай тут. Удачи на стриме. А. Выжить бы тут еще. Давай уже взрывайся. Ну, у тебя же там осталось, во. Так, жизнь я взял. А, да как я мог это задеть? Но это нелепо. О боже, да это нелепо. Да, ну такими темпами, конечно, далеко не пройти. Ну что, может быть, во второй раз будет более удачно. А, это которая щит свой этот ставит дурацкий. На тебе, что ли, бомбу? О, нормально было. И щит, конечно же, не пробивается. Щит не пробивается ничем. Только бомбой и самоводящимися реймами. Ну и то он не пробивается, а просто огибается. Ну я сейчас вообще в нее не попадаю. На. Бомб больше нету. Максимальное оружие. Ну а что оно дает-то? Оно все равно не пробивает. Ну почти же увернулся. На. Вряд ли не хватит. Да что? Блин, вот это было печально. У меня две бомбы было. Я хотел использовать, я просто не успел. А почему не стрелять в щит? Какой смысл не стрелять? Тут нет смысла не стрелять. Стреляющие, ты чё? Все равно заряжало меня, какая разница? Что с щитом, что без щита? Ну вон, видишь, это вообще не имеет значения. Я так и так сливаю. Тут вообще непонятно, что нужно делать. В общем, это самый фейловый забег, по-моему, из всех. Ну, а для тех, кто смотрит записи, это первый забег, так что... Для первого сойдет. Уже у меня слишком мало жизни и континиумов осталось. Это надо идеально просто этот пройти. Но здесь-то босс вообще сложный. Который я вообще не представляю, как пройти по-нормальному.
На этом боссе я все равно стабильно теряю пачку жизни. Я не знаю, по-другому это. А тут меня и без босса сейчас зажмут. Так, ну соберем походу где бонусы. Ой, что это? Мне всегда вот это вот такое, не знаю, как сказать-то. Такой мини-шок приводит. Тоже это тут летит просто куча всего. Так, бомбу берем. Так прям внезапно, не было, и раз полный экран с всякой ерунды. Так, жизнь даже дали. Да все равно ж не получится, скорее всего, без продолжений пройти этого босса. Ну, посмотрим, как-то, конечно. Но если мне на третьем так было, то здесь проблемка. Опять начнет свои лазеры включать. Мне кажется, это все-таки Рейму более удачно. Ладно, придется взорвать. Вот он что-то зажали. Жизни терять неохота вообще. Все? Нет, не все. Главное хотя бы с одной стороны их уничтожать, чтобы наперекосяк не летели. Ну давай. Две бомбы у меня есть. На. Ух. Так, по-моему, пора использовать. Но у меня больше нету бомб, так что пришло время терять жизни. О, лазер, ну это вообще прекрасно. Что с этим-то делать? А, да я прям тупо в нее врезался. Ох, лол. На, так бы тебе бомбу. Ой, только не вот эти вот. Не очень. Да что ты делаешь-то? Ладно, давай вздыхаю, уже пора. Ладно, еще бомба тебе. Привет, Снап. Бодро веселый? Да нет, что-то не выспался. Да главное этого босса пройти с минимальными потерями, которых уже не минимальная. В общем, это уже как бы будет следующий забег, надеюсь, более удачный. Так,
Ты что, я обо что, об лазер что ли попал? Он же вроде бы когда крутится, он не бьет. В чем прикол? Поэтому я бомбу не использовал. Не, ну это что-то бред какой-то, я не понял, от чего сдох. Не мог же я на эти стрелы попасть, вроде бы я обходил их удачно. Ладно, на. Так, 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 а, да прям пулька меня попала. Ну давай же. Так, это что? Что за фаза? Не помню. А, лучше ее пропустить. Ну, ладно. Без бомб, с одной потерянной жизнью на последнем контейнере до 5 уровня. А, или на не последнем, на предпоследнем, да, контейнере. Ну, в общем, плохо. Ну, естественно, что за фаза, не помню, бомбим. А ты как думал? Лучше же не помнить и разбомбить, чем вспомнить, когда уже потеряли жизнь, типа. А, ну да, это же та фаза, где меня убивают. А, вот тут сейчас микро начнется. Такое терпимое микро, потому что они медленно летят, как бы. Суйся между ними и все, в принципе. Там. Нет, так тут еще что-то даже не сильно, это вроде дальше будет. Ух ты ж, мне повезло. Плохой пример, ибо почти любая фаза меня убивает, ну да. Да я вообще не хотел в Тоху играть, это меня, можно сказать, заставили. Я плохо играю в Тоху, это и так видно, я это глупо скрывать. Так, ну-ка, надо пролезть, попробовать без бомб. Так, мини-босс. А, вот, вот это здесь. Прикольно. А, ну как же, там так просто было уйти, но это, я не знаю, затупливают что-то прям. Не, ну вот это вот печаль, беда просто. Да что такое-то, лол. Тор, да, он как бы... Это что такое? Агитирует постоянно. Говорит, жизнь, боль там, все дела. Так, ладно, короче, удаляем. Ну, я не знаю, даже нажимать yes нет смысла. Ну, ладно, нажму yes. Но последние несколько жизней я потерял просто, практически, отдал бесплатно. Потому что что-то я как-то растерялся. Ну, продолжение взял только, чтобы вспомнить сейчас, что за босс. Ух ты, сейчас повезло. Пока везет. На, вот тут уже бомбу использую. И тут еще бомбу использую. На, еще тут. Все, бомб больше нету. Надеемся на свои силы. А, свои силы у нас не очень. Надо, да, еще бомба.
что лазера? О, лазер это самое плохое. Хотя конкретно эти еще не такие уж сложные. Ну просто меня зажали. Что я там должен был делать, лол? Ну зажали же. Ну ты сейчас. Ну я понимаю, наверное, между выстрелами можно попробовать поскочить. Короче, на. Да. Фух. Ну тут я должен проскочить, а? Еле-еле. Нашел кому поддаться на провокацию. Так я, ну я как-то не успеваю, потому что бомбить по любому поводу не хочется, да? А как бы, когда я вижу, что уже поздно, то как бы, ну поздно. То есть не могу уловить момент, когда уже надо использовать бомбу, но еще не убили. А так я понимаю, что я бездарно бомбы сливаю при потере жизни, то есть неиспользованных куча. Ну. Так, надо последнее. А, максимальное оружие у меня уже есть, значит просто выживаем и все. Ну вот последний босс, но мне от этого не легче, у меня одна жизнь. Не, ну вот ее фаза с этими, не знаю, как сказать, червячками с этими, это просто убийственная. Я просто не понимаю, что там делать. Они же с полэкрана размером и летают со скоростью в два раза больше, чем моя. Ну да, я опять не использовал бомбу. Можно даже не писать. Ну вот опять тот самый момент. Оп. Ну вот сейчас вовремя использовал бомбу. Ну только у меня их больше нету, все. Пока уворачиваюсь как могу. А, ну до второй фазы дошел. А, ну все. Ну хорошо, это был первый забег. Мне кажется, все-таки Рейму лучше взять. Покажем огорчение. Да не, какое огорчение? Все прекрасно. Избавились от Юку, теперь Рейму идет в бой. Сейчас его наводящийся возьмет. И будет прекрасно. Вот взяла. Нет, не по очереди. Просто мне сказали, что возьми Юку, типа, она имба. Но... Не знаю. В принципе, я до последнего босса дошел. Да. И то с такими-то фейлами.
Но мне кажется, старый ему все равно проще из-за того, что самонаводящийся. У Юку оружие просто разлетается по всему экрану, как бы это замена самонаводящимся, по идее. Потому что она там практически весь экран дамажит перед собой. Однако самонаводящийся все-таки выглядит как-то более перспективно. Я еще за Миму не летал вообще ни разу, но мне кажется, не стоит тратить на это время. Урон, да, ну. По идее, конечно, наоборот. Мне нужно мощное оружие, не самонаводящееся, потому что то есть если бы я мог там микрить сколько угодно, то я мог бы, то есть как бы тогда неважно, насколько слабо оружие, да, то есть ты просто постоянно микришь, и тебя никто не убивает, а ты хоть за долгое время, но убьешь кого угодно. Ну, для меня это не так. Однако, пока что вот такое у меня решение все-таки Рейму. Не, ну как бы с другой стороны просто я тут могу хотя бы уклоняться, где хочу, а там мне нужно уклоняться только под боссом. Потому что, ну ты понял. Конечно, здесь тоже желательно, потому что одними самонаводящимися я там, конечно, босса убивать буду долго. Но, однако, все равно урон идет постоянно, хоть какой-нибудь-то идет. Ух ты ж, что это? Чуть не затупил. Так, ну, первого-то босса надо пройти без потерь. Он легкий довольно-таки. Ну вот, пройдено. Первый босс настолько дно, что даже для меня лего. Поехали, второй уровень. Надо побыстрее набирать максимальное оружие. Там уже будет побольше разлетаться всего. Да. И ни одного бонуса я не собрал из трех летящих. Так, что тут он предпринимает? Что-то я не помню. А, да это вообще ни о чем не понятно. Не, мне что-то такое ощущение, что это даже Рейма не такая уж и слабая. По крайней мере, красными картами. Потому что быстро вот этот убился второй, ну, этот мини-босс на втором уровне. Не дольше, чем Юку. Вообще. Может быть, потому что просто оружие уже мощнее набрано, но тогда становится вопрос, почему там было не мощнее набрано. Ну, в смысле, я понимаю, что с одной стороны это у меня надо спросить,
Но с другой стороны, я-то скилл внезапно не получил, так что, видимо, все-таки Рейму проще. Хам, ну... Не для меня, а для Рейму. Не я ж там летаю. О, ну... Да что это? Лол! А, опять начинаются фейлы. Ну как так? Две жизни слил просто так. Ладно, одну там, ну бывает, но две. Ну две это вообще никуда не годится. Ладно, выюзаем бомбу. Вот эти, когда вот эти лазеры идут, честно, я начинаю теряться. Когда вот эти еще норм, вот от лазеров теряться начинаю почему-то. Ну вот все, две жизни снял. Не, ну ладно, в принципе, две жизни это еще не так критично. Но все равно, можно было и без этого обойтись запросто. Просто использовать на две бомбы больше и все, грубо говоря. Хотя нет, у меня же бомбы закончились. Ну, все равно можно было бы что-нибудь придумать. Но с другой стороны, как бы, я второго босса никогда не проходил без потерь жизни, но проходил с одной потерей. Вот с одной потерей было. Так что как бы вот это еще как бы не совсем фейл, то есть это можно еще пройти игру с таким результатом второго уровня. Третий уровень достаточно без продолжений пройти. В тот раз у меня это не получилось. А, точно, 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 ты прав. Ну, значит, фейл, ну, все равно, говорю, в принципе. Так, что-то зажали. У меня бомб нету, так что надо про это не забывать. Так, оружие уже максимал. Ага, ну этот мини-босс, он, в принципе, такой. Не затупить, главное, и все. Можно даже одними самонаводящимися его завалить. Но, правда, долго, но... Зато безопасно. Потому что вдалеке он практически ничего не стоит. Ага, жизнь. В принципе, дай, думаю, дойду до босса. А, ну, гран тут. Ну, на этих я, кстати, вообще перестал тратить жизни. А в первой игре, не, во второй игре я на них тратил жизни. А сейчас вроде бы как-то перестал. Ну давай-ка свои атаки пускай. А, это же щитом, который... О, блин. Так-так-так-так, о, вернулся.
пока вроде уворачиваюсь. Так, поехали. Я, кажется, понял, что Тор имел в виду. Не стрелять по щиту. Действительно проще становится. Пока что даже без бомб держусь. А, вот это уже зря было. А, где бомбы-то? У меня нет бомб, лол. А, вот это вот уже было плохо. Ну ладно, зато теперь бомбы есть. Главное их использовать. Как это? Так, вот сейчас надо было использовать. Ну, я и использовал. В этот раз нормально. Еще-ка бомбу на... Так, ну чего ты? Все? Сдулось? Я прошел всего с одной потери этого босса? Неплохо, кстати. Вот и, как это сказать, компенсация фейла. Вот сейчас вот неплохо этого босса прошел. Не просто без континиумов, а еще 3 жизни осталось. Ну-ка, ну-ка. Сейчас надо не зафейлить. Нет, ну на 4 уровне на боссе по-любому будут смерти, естественно. Потому что я пока что его так и не понял, как нормально проходить. В среднем сливался, ну, минимум 3 жизни, вроде бы. А в предыдущей попытке вообще продолжение брал. Вот сейчас с утра. Ну, в общем, для меня было уже достижением пройти третьего босса, не взяв континиум. Типа, если не взял продолжение, то значит босс прошел пройден успешно. А сейчас неплохо. Для меня. О, еще и жизнь дали. Правда, у меня бомбы нет ни одной. Вот это, кстати, сейчас может меня зажать. А, да даже зажимать не пришлось. Ну ладно. Ничего страшного. Только что жизнь дали. Жизнь дал, жизнь взял. Точнее наоборот, жизнь взял, жизнь отдал. Главное еще одну не потерять. Да, все. Ну, вообще, конечно, в Тоху всегда боссы такое самый эпик. На уровнях так или иначе не особо сложно. Ну, бывают там моменты, но в целом даже я уровни прохожу практически без смертей. Ну, как бы, да, сейчас потерял на одну жизнь, но если постараться, пройду без смертей. Это так, случайность. Вот это неприятность. Ну. На-ка лучше бомбу, чтобы не рисковать. Да еще одну, ладно, лучше. Лучше с жизнями прийти к боссу, честно. Ну,
давайте, где там уже босс? Я уже готов. Морально. Вот и босс. Играть такое как-то не тянет, ну вот и меня. Поехали. Ну все, бомб-то нету больше. Так что либо уворачиваться, либо терять жизнь, чтобы взять бомбы. Но мне почему-то кажется, что второе мне больше нравится. Ну да. Так, ну тут я надеюсь увернуться все-таки. А, ну началось. Можно было и без бомбы обойтись, ну ладно. Я понял, как эту фазу проходить, в принципе. С лазерами. Нет, перебор. Ух ты же, ну чуть-чуть же, а ну. На. Че, я опять бомбы дослил, не использовал. Да что такое? Да я хотел использовать. О, лол. На. Две штуки, ну, блин, а. Да, конечно, обидно, когда бомбы просто так сливаются. Привет, Элис. Все, у меня нет ни бомб, ни жизни. Но с другой стороны, еще бы пройти все этого босса нельзя в континиум. У меня пока это вообще такого не было, так что. Ладно, пока можно сказать, все идет по плану. Я-то хорошую концовку не собираюсь открывать. Главное сейчас бы по минимуму потерь сделать, желательно. Скажем так, желательно вообще ни одной, бомбы есть, на вот бомбы лежало тебе, почему нет? На еще тебе одну бомбу, пожалуй. А вот это не очень фаза. Ну давай, может сольешься, а? Ну. Не, что-то сейчас зажмет, мне кажется, все равно. А, ну это же было легко. На бомбу тогда. Не, ну вроде неплохо. Вроде неплохо. Даже хоть взял продолжение, в целом неплохо. Пятый уровень, конечно, надо без потерь проходить, я имею в виду до босса. Желательно без потерь. Лучше уж без бомб опять же прийти, но с четырьмя жизнями. Или там еще жизнь дадут, я не помню. На боссе, конечно, без потерь там не выйдет, но он как бы на то и босс. Конечно, если бы не делать, не терять жизни на каких-то именно таких вот глупых ошибках, когда там было километровое пространство для уворота, а у меня просто как бы что-то заклинило, и я не нажал кнопку, там чуть-чуть влево, да, передвинуться, вот такие, конечно, моменты жалко. Если бы таких не было, то давно бы уже прошел. Потому что те моменты, где действительно зажали и так далее, их намного, ну не намного, но все-таки не все такие.
Но однако сейчас все-таки удачная попытка. Я серьезно надеюсь пройти все-таки. Потому что это пока самое лучшее, что удавалось. Да тут микро жесть. Вот и жизнь. Так, если что, бомбы есть, я помню. Бомбы есть. Оп, можно было не использовать, ну ладно. Рука дрогнула, так скажем. Ой, я думал, это бонус летит, а это летела пулька. Мне показалось, это бонус летит, лол. А, все. Ух, лол. Чуть еще тут не потратил. Ну давай, поехали. Пока бомба есть, надо использовать. На. Все, бомб нету, начинаем микрить. Да у нее одна фаза не лучше другой. Серьезно, ну что это? Да надо было... да знаю, да, все. Никак не получается бомбы вовремя использовать. Никак. И теперь их нет, поэтому можно просто забыть про них и никлить. А, ну начинаются лазеры. Понятно. А, как же везет пока что. Лол. А, не вечное везение. Да что это было? А, что это было такое сейчас? Выпустила одну пульку, эта одна пулька в меня попала. А, вот это вот уже фейл. Ну ладно, это второй континиум. Сейчас бомбу буду вязать. На. Вообще сейчас развалится уже. Пора отдыхать, иди домой. Все. Последний босс. Последний босс, у меня 6 жизней и еще один континиум, в котором еще 6 жизней. Но неужели я не пройду, лол? По сути, у меня 12 жизней. Главное тут еще не затупить, не потерять случайно. Так, ну у меня максимальное оружие, так что мне красненькие собирать вообще не надо. Так, все. Поехали. Главное бомбы использовать, я помню. Использовать бомбы. А у меня даже 13 жизней, а не 12. Что? От чего я умер? Я от чего умер-то, лол? Она же еще ничего не успела выстрелить. Что за бред?
Но босс очень толстый, у него просто здоровье там, ну, немерено. Практически еще ничего не отбавилось, хотя я уже сколько в нее сижу стреляю. А, у меня закончились бомбы. Лол, а я опять на них понадеялся. Ух ты ж. Так, сейчас-то бомба на месте. Что, вторая фаза? Ну давай. На. На еще. Не хочу просто так бомбы терять. А, бомб-то нету, лол. Ах, почти же. На, теперь уже бомбы пошли в дело. Ой, вот это вот началось. Ой, печалька. Вот тут они меня не достают, но... И урон минимален. Но зато я тут жизни не потеряю. Но урон, конечно, наводящимися вообще такой мизерный. Но сейчас следующая фаза начнется, будет беда. Надо сразу вниз валить резко. Потому что там адская просто. Эти пузыри начнут, или как их там пускать, черные шары. То есть как эту фазу проходить другими, у кого нет самонаводящихся, я не знаю, без понятия. Так, идем вниз. Уф, как от этого уйти, лол. На, еще бомба. Так, там была еще, да, вроде бомба неиспользованная. Ладно, просто бомбим, короче. Только подлетает к нам гадость, бомбим. Вот сейчас. Я даже не знаю, какие у нее дальше фазы, я просто их не видел. Оу-лоу. Нет, хотя нет, эту фазу я видел. А, у меня бомб-то нету. Пека-пека. На бомбу. На бомбу еще. Лазеры, о, что это? А, я опять затупил. Да на. Последняя жизнь, на, все бомбы сейчас использую. У меня континиум еще есть. Да как тут можно было размикрить-то? Ну все, получай. Третья фаза? А бомбы не хочешь? А еще бомбу. Бомб нету, но у тебя там здоровье-то, лол. Ну давай, рассыпайся уже. Не, ну да, микро тут такое неплохое. Микро неплохое здесь нужно. Ой, жесть. На. Ой, да неужели? Неужели? Это все? Все пройдено? Походу все. Еще 3 жизни в запасе осталось. Если это конец, то пека-пека кое-кто затрален. Ну, просто в тот раз, когда я проходил, там... Тор проходил параллельно и говорит то, что он прошел с первого раза, но у него осталась одна жизнь. А у меня 3. Ну чё, всё, наконец-то. Эпоха NEC-PC-98 прошла. Сейчас
Сейчас я зачитаю сюжетик этой части. Что же тут такое за ад происходил? Так понимаю, титры пошли. Итак, сюжет игры Toho 5 Mystic Square. Без видимой причины большое количество демонов и юкаев начинает прибывать из Макая, мира демонов, в Генсокё, заполняя землю, и Рейму Хокурей вынуждена истреблять их. Расстроенная, Рейму выслеживает источник вторжения в пещере, в которой, как говорят, находится дверь в Макай, которая находится в горах за Хокурейским храмом. Рейму решает, что она... Рейму решает, что она, как храмовая дева, обязана уничтожить причину этого беспорядка. Без ее ведома Мариса Кирисаме узнала об ее планах и решает следовать в том же направлении в надежде обнаружить какие-нибудь уникальные силы в Макае и украсть их. В другом месте, мимо, злой дух храма Хокурей и Юка Казами, Йокай, тоже решают направиться в Макай, хотя у них есть свои собственные причины для этого. В пещере героиня сталкивается со стражем ворот в Макай, Сарой, и легко побеждает ее, прежде чем начать быстрый полет через границу между мирами. А, это, видимо, первый босс, но действительно легко побеждает. Там героиня пересекается с демоном по имени Луиз, путешествующий в противоположном направлении, и закрушает ее также. Затем героиня прибывает в Макай и летит над большим темным городом. Ей противостоит Алиса Марготроид, которая атакует ее с помощью своих живых кукол. После победы над Алисой героиня улетает из города к мрачной крепости, которая возвышается вдалеке. По пути появляются ведьмы Юки и Майи и пытаются препятствовать продвижению героини, в итоге без большого эффекта. Войдя в крепость Пандемониум, героиня парит мимо фантастических кристаллических конструкций, а это четвертый уровень, пробиваясь через легионы врагов. Наверху ее встречает странная особа по имени Шинки, которая вежливо сообщает ей, что вторжение демонов полностью ошибка гражданского туристического агентства, которое устраивает туры по Кинцакё, и что это лежит за пределами ее юрисдикции. Прежде чем героиня успевает спросить, что это значит, их прерывает Юмекко, которая непреклонно настаивает, чтобы Шинки удалилась, чтобы она могла избавиться от их незваного гостя. После нанесения поражения служанке, героиня снова встречает Шинки, которая теперь объясняет, что она фактически бог и создатель Макая. Она обещает изучить туристическую проблему, но только после строгого наказания героини за такое разрушение ее царства. Это заключительное сражение необычайно яростно, и огромная мощь Шинки оставляет большую часть Макая в огне. Некоторое время спустя героиня снова сталкивается с Алисой Марготроид, на сей раз в странной стране чудес. Алиса теперь с большой колдовской книгой, дающей ей огромные магические силы, и бросает вызов героине, требуя реванша. После длинного сражения и второго поражения Алиса плачет из-за своей неспособности победить героиню прежде тем, как сбежать с книгой. Фух. Вот такой вот японский сюжет, как обычно. Ну, тем не менее, игра пройдена. Все завершилось успешно. Концовка, кстати, я не понял, концовка хорошая, плохая. Вообще, я даже не видел никакой концовки. Походу, тут концовки особо нету разницы. Странно. Ну... На этом стрим завершается. Если есть замечания, предложения, вопросы, жалобы, можно писать в чат. Я в чате, как обычно, сижу какое-то время после завершения стрима. А на этом всем пока, увидимся на следующем стриме.